Здравствуйте. Сегодня я снимаю второй влог, и сегодня мы поедем в Яровое. Всем привет, это снова я, Асалик. Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по Яровому и Новосибирску. Приятного просмотра. Итак, 7 числа мы встали в 5 утра, чтобы собрать вещи и отправиться в путь. Итак, первая наша остановка была Кемерово. Мы там погуляли по торговому центру, который увидели, поели там гамбургеров, погуляли по ДНСу и поехали дальше. Вечером часов 7 мы приехали в гостиницу на ночлег, в какой-то отель возле Новосибирска. Получается, здесь у нас две кровати, здесь у нас такая столик, здесь у нас тумба, там зеркало, здесь шкаф, какой шкаф большой, и телевизор. Ребята, завтра мы едем в Яровое, получается, опять целый день, 6 утра, и потом уже через недельку после Ярового мы уже поедем в Новосибирск. И на следующий день мы проснулись в 7 утра, чтобы уже поехать в Яровое. И после 7 часов поездки начался наш первый день. Первый день мы только успели сходить на озеро, а озеро там очень соленое, почти сравнимо с мертвым. Так, ну вот мы уже заселились на Яровом и скоро пойдем на озеро. Ce soir c'est Kissman, j'ai trouvé un costard 3 pièces. Ça fait gonnerie les potes, tout à l'heure ça faisait frais mais là ma maîtresse me tape le même face que le week-end dernier. Et toi tu viens là me demander si ça a changé. Ouais c'est ça, santé, éclate-toi. Contradictoire d'un point de vue net. Bayonne tes poumons, ton foie, on est là. Santé, je t'aime, merci d'être là. L'année va être chargée, faut que je laisse du neuf à la famille. Et конечно, пожарили нас. Pas jour, si t'as une idée du genre. Et si on s'aimait pour toujours. Y'a qu'un soir par an que la paix embrasse les foules. Comme par hasard, y'a que ce soir que ça embrasse les fous. This is, pour ce qui est de mes décisions. Fais pas comme ces idiots, parle pas de résolution. L'an 2000 pour moi, c'est comme un lundi, le nouveau millénaire. Pas besoin d'une date pour parler de paix, ça m'a millénaire. Во второй день мы поехали на Розовое озеро. Кто не знал, Розовое озеро это Бурлинское. Из него даже добывают соль и ездит поезд. Сейчас мы едем на Розовое озеро. Dream machine.
Ну а после озера мы поехали в номера и также пожарили мясо. И вот наступил третий день нашего проживания на Яровом, и в этот день мы решили сходить в аквапарк. Правда, я снял там только кадры бассейна, потому что в горах там снимать запрещено. Четвертый день. На нем мы решили сходить на 42-й перчал, а тогда были на 22-м. Там было очень много народу, но все почти было то же самое, как и на 22-м причале. Пятый день нам не дал почти ничего, а на шестой день мы в последний раз прогулялись по ночному Яровому. Поделали там фоточек, и я даже попробовал VR. В принципе, ночью город очень красив, но уже наступил седьмой день, и это день уезда. И мы попрощались с Яровым и поехали в Новосибирск. Приехав в Новосибирск, после заселения мы пошли в торговый центр Мега. И скажу, что этот ТЦ не маленький, много магазинов, игрушек, всякой техники, но уже наступил вечер, и мы ждали следующего дня. Второй день в Новосибирске был последним, а значит на нем мы должны были отжечь. Так мы и сделали, и сначала отправились в зоопарк имени Шилла. Очень много зверей, от маленьких, как мангусты, до больших, как белый медведь. Следок мы заглянули в террариум. И поехали дальше, а именно в центральный парк. Там мы прокатились на 4 аттракционов, а первый из них был Зодиак. Потом микс. Американские горки. It's party time!
и башню свободного падения. Напоследок мы решили заглянуть в торговый центр галереи Новосибирск. Some folks are born made to wave the flag. Ooh, they're red, white, and blue. And when the band plays Hail to the Chief, ooh, they point the cannon at you. Самый большой торговый центр, который когда-либо видел. Также много магазинов, также много техники, много одежды, много всего. Дорого, но интересно. Awesome. Так как это был последний день в Новосибирске, мы отправились вечером на 26 этаж нашей квартиры и посмотрели вид из окна. Оттуда было видно всю красоту Новосибирска. Ну все, на этом влог наш окончен. На следующий день мы отправились в наш родной город Абакан. И поэтому я прощаюсь с вами. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. И всем пока!